Всем привет! Сегодня хочу вам показать быструю закусочку такую. У меня здесь чеснок уже натертый, молодой. Сыр, помидорки и петрушка. Зелень. Зелень можно любую, кто что любит. Вкладываем сыр. Сюда же зелень и помидоры. Сыр пока весь не буду, этого много получилось. Вот, все это замаянеживаем. Можно сметану, кто что любит, кому что нравится. Так, все это перемешиваем хорошенько. Главное, чесночок перемешать весь. Так, вот у нас получается уже масса. Сырно-помидорная. Так. Ну, в общем, вот так вот. Потом у меня нарезанные вот такие вот хлебцы. И будем на каждый хлебец накладывать вот эту вот вкусноту. Вот так вот. Вот, сейчас на все так выложим. Вот такие вот у нас простенькие, быстренькие бутерброды получились, закусочные. Чесночка, кстати, вот прям как надо. У меня тут один зубчик всего большой, правда. Ну, тем не менее, в общем, очень вкусно, быстро, просто. Всем советую, пробуйте. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!